Рыбак поймал на крючок акулу и едва чуть не погиб. Инцидент произошел в заливе Фанди на Атлантическом побережье Канады. По словам рыболова, обычно он ловит в этих местах окуня. Однако на этот раз на крючок попалась белая акула весом около 100 килограммов. После нескольких минут борьбы и подсечки она приблизилась к лодке. Рыбак решил отрезать леску и дать ей уйти. По его словам, за весь день у него не было ни одной поклевки, так как акула прогнала всю рыбу. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить самое главное.